Здравствуйте, я Алексей Молчанов. Сегодня мы на подиуме Lancôme представляем новую помаду L'Absolution. И мы сделаем два образа для дня и для вечера. Первое, с чего мы начали, это нанесение Genifique, это активатор молодости. Просто такой легкий уход для, ну, как бы я считаю, что он, наверное, незаменимый для лета, с легкой текстурой, с прекрасным увлажнением, прекрасным, как бы он является отличной подготовкой для нанесения фондейшн. Он очень легкий, неощутимый, плюс еще в него входит природный кремний, поэтому он очень хорошо сжимает поры. Для лета это, я считаю, что вообще мега необходимая вещь. Необходимая совершенно вот одна капля тонального средства. Естественно, как бы летом все хотели бы оставить свою кожу, с одной стороны, как бы чистой, с ощущением совершенно голой, обнаженной кожи. Вот. С другой стороны, задача в том, чтобы покрыть все несовершенства. В данном случае, естественно, как бы несовершенств у нас практически нет. Главное, чтобы чуть добавить такого свечения, сияния кожи и все. Использование там каких-то контуров днем, теней, это очень тяжело, особенно в какие-то жаркие такие моменты, поэтому только небольшое количество туши для того, чтобы просто чуть-чуть подчеркнуть контраст. Я нанес в уголке глаз экля Миракль, светящийся жемчужный, вот эту эмульсию, которая, в принципе, и так задает такой, как бы, эффект свечения. Сегодня мы остановимся уже, естественно, на более, как бы, на макияже губ. Для нашего случая мы можем легко выбрать вот такой коралловый оттенок. Наносить, в принципе, очень легко, потому что это помада без такого насыщенного, интенсивного пигмента. Мы берем просто небольшое количество помады на кисточку и просто вот небольшими такими движениями наносим ее на выступающую часть скул. Как бы дневной макияж — это всегда какой-то макияж на лету. Поэтому это все должно быть очень быстрое, удобное. Bonjour. Lancôme is a very feminine brand with very strong values of emotion and luxury. We are having today the launch of L'Absolunu, who is a fantastic new lipstick with amazing texture, very soft texture. And we are also having very sensual colors. We have 12 shades, and you can see Kate Winslet is our face, and she's wearing L'Absolunu. Lancôme has 40 years of presence in Russia this year, and we are very happy, and we hope that you will like this lipstick. Thank you. Для вечернего макияжа мы использовали тени такого шоколадного оттенка. Я подчеркнул все естественные формы таким образом на верхнем веке и вот таким образом на нижнем. Тоже наносим и растушевываем самое основание ресниц. Чуть-чуть это все
нужно растушевать для того, чтобы не оставалось такой очень четкой границы, но уже у нас как бы появляются вот такие векторные направляющие. Нижние ресницы тоже нужно, как бы, если мы прокрашиваем, то тоже стараться делать это таким образом, чтобы кончики ресниц оставались очень тонкими и естественными. Есть такой пигмент минеральный, который усиливает натуральный оттенок губ. Блеск мы вот просто таким образом можем убрать. Нежелательный с помощью пудры. С вами был Алексей Молчанов, национальный визажист «Ланком» в России.